Причем американское общество, оно, к сожалению, очень цинично. С одной стороны, оно декларирует свое пуританское прошлое. Это правда. До недавнего времени, до недавних скандалов, появление топлес на пляже было абсолютно запрещено в Америке. И я... Сейчас во многих штатах на юге запрещено по-прежнему. Ну, юг всегда был прав, я это помню уже на протяжении двух веков. Так вот, я когда первый, единственный раз в жизни был в Америке, это был 93-й год, да, то... У вас же образование в Америке? Нет, это неправда. Это гавайский... Это Википедия, знаете. То есть это неправда? Вы не учились на Гавайях? Нет, я был на Гавайях всего два дня. То есть в Википедии то, что написано про ваше гавайское образование, это, мягко говоря, не точно. В Википедии, знаете, последний год вообще не заглядывал, потому что меня возмущает. Ну что ж за фигня такая? Ну, вроде с демократией, вроде права человека, но права человека, когда про тебя могут писать всякую бред, всякую фигню, ты им пишешь, и тебя за это банят. Вот, в Википедии, там, мой помощник пытался написать, но это неправда. Его забанили, не стали даже обсуждать. Вот, поэтому, собственно говоря, к сожалению, я Википедию не читаю, да. Так, хорошо. Я читаю просто по долгу службы и Википедию, и все прочие источники.